Калужской филармонии. Поздравляю вас, давно не был. Обязательно приеду, я наслышан о ваших успехах, о вашей публике и оркестре. Георгиев рассказывал о той атмосфере, которая царит во время концерта. Знаете, думаю, что Калуга один из немногих городов, в которых я действительно очень давно не был. Это было еще сразу после конкурса Чайковского, один из первых моих концертов. Я обещаю, что я обязательно к вам приеду. Мы приедем с нашим фондом «Новые имена». Может быть, с очень талантливыми молодыми музыкантами найдем талантов Калужской области. Потому что куда бы я ни приехал, я всегда приезжаю вместе с нашей бригадой, наших лучших профессоров Московской консерватории, которые дадут свои мастер-классы, по итогам которых мы возьмем свою команду, нашу семью, молодых питомцев, новых искорок из Калуги. Я вас поздравляю с юбилеем. Так будет так, чтобы классическая музыка звучала там больше, лучше, мощнее, тоньше, разнообразнее. И я знаю, что